Набор на специальность криптовалюты и деривативы анонсировал Институт повышения квалификации и переподготовки кадров Белорусского национального технического университета. Изучать студенты будут механизмы проведения операций с криптовалютами и фьючерсами на них, использование технологии блокчейн и проведение ICO. А по окончании слушатели получат квалификацию специалист-аналитик рынка ценных бумаг. Старт занятий запланирован на март 2018 года, но новая специальность уже вызвала немалый интерес у абитуриентов, благодаря чему за несколько дней была практически сформирована учебная группа.